Там же сразу коня на G3 жертвовать. Я видел, там G4. Аж 5. А G3 тогда? АЖ. Король G2. Конь F6, ладья H7. А мата все еще нет. Да должен там быть мат. Приз за красоту гарантирован. Важен был результат. Ничья, которую делала человек гроссмейстером. Да ладно, будет у меня еще такая позиция. В следующем же турнире. А в следующем турнире результат будет еще более важен. Не-не. Я вижу по его лицу, что он теперь будет играть для души. Верно, Сергей? Все верно. Только душа моя хочет попасть в сборную. Такую песенку слыхали. Вот наберу и тогда, вот попаду и тогда. Набирают, попадают. А своя игра потеряна. На 6-й доске, где пока мои дела не важны, там игра была, там партия развивалась так. D4, D5, C4, конь F6, CD, конь бьет D5, конь F3, слон G4, ферзь B3, конь B6, конь BD2, E6, по-моему, G3, конь C6, слон G2, слон E7, две рокировки, ладья D1, конь бьет D4, совершенно правильное решение, конь бьет D4, ферзь бьет D4, слон бьет B7, слон бьет Е2, ладья Е1, ладья АБ8. Этого хода я издалека не заметил. Мне бы хотелось еще немножко поиграть. Ладья H7, F7.